Продолжается работа на объекте. Уже фасад все видели. Вон где елка, там видно, делается такой цветник. Ну, когда будем его делать, я ближе покажу. Ну и покажу вам то, что происходит у нас на стройке. А на стройке идет оформление башни и очень серьезная работа с крышей. Все, я грозился показать вам крышу. Сейчас найду место. Вот уже крыша начисто. Но кто видел начало работы, он видел, что под этой чистовой крышей была подготовка сделана, сделана гидроизоляция. Но сейчас посмотрю, может, кусок крыши сохранился. Все грозился показать гидроизоляцию, но сил нету. Работа не позволяет снимать мастер-классы. Но вот, посмотрите, отсюда маленькая крыша сделана, но эта крыша тройная, получается. Первая черновая, потом выравнивается и делается гидроизоляция ферозит 65. Потом делается сетка, и уже по этой сетке делается чистовая работа по этим крышам. Ну, не знаю, как видно, как слышно. Здесь дорога, идет движение, и опять работа не позволяет бегать, снимать каждый квадратный метр. Посмотрите, под арбалетом уже пошел забор. Вот такая вот голова, окаменевшая башня, она охраняет парк Еленовку. Ну, еще арбалет начисто не сделали. А вот присмотритесь, какая вот голова хоббита или тотема каменного, как его назвать, гоблина. Вот такая заколдованная башня, которая следит за порядком на этой стройке. Ну, и вот кусочек забора еще не доделали. Сейчас доделаем крышу, и скоро будет покраска. То есть, и тогда будем срезать леса. И уже башня приведет, ну, примет вот такой, ну, уже настоящий вид. Ну, а здесь вот идет работа. Вот, смотрите, маску ветром сдуло. Варим леса. И идет сварка конструкции, чтобы сделать вот такой вот домик-скворечник пятиэтажный. Вот, чтобы такую сделать скульптуру, получается, столько надо делать приспособлений. И вот такая, как бы, у нас получается работа. Ну, потихоньку уже просматривается замысел. Ну, а здесь идет черновая подготовка забора. Ну, вот весь хлам, мусор туда закидываем, потом просто закидаем его раствором и утилизируем его, то есть как бы объем заполнится и будет такой цветочный. Ну, такой кусочек я фильма вам показал. А сейчас следующий фильм будет уже, как забор выглядит с той стороны. Там тоже идет работа, идет движение. Я вам сейчас покажу, что происходит вот здесь. Видите, сегодня заливка была фундамента. Ну, сейчас отдельный фильм покажу, как заливали фундамент.